завершив этот день, для меня это очень важный день. Это намного важнее моего дня рождения, намного важнее дня рождения близких мне людей. Потому что язык относится ко всему моему народу. И вот эти книги, которые были изданы в Тбилиси в 1863-63, вот эти буквари, доказывают, что действительно было единение, было общение, что Кавказ был единым и стремился быть единым в те времена. Я считаю, что сегодня все адыги должны стремиться к тому же. И я считаю, что все адыги, даже те, которые, ну, не только диаспора адыгская, но и адыги, которые проживают в России, проживают в Черкесии, которые на Алтае, адыгеи, они тоже должны отмечать этот день, возродить эту традицию, которая существовала в Грузии и которая будет существовать. Спасибо вам за это большое. Для меня это очень важный день. Это открытие новой страницы истории моего народа, которую я не знала. И я думаю, что у нас очень многие, даже если не почти все, не знают этой истории. И поэтому для адыгского народа это очень важно. Я считаю, что грузины и Грузия – это братский наш народ, и хочу, чтобы это продолжалось вечно. Аминь.